Всем привет, дорогие друзья, и хорошо вам настроение. С вами Рэй, мы продолжаем играть Бравл Старс. Так, давай-ка посмотрим, квесты новые есть или нету. Приглашение в команду. Нет, я не хочу никакую команду. Так, нанесите 60 тысяч единиц урона, выиграйте 3 боя. Так, пройдите уровень в режиме Роборубка. Так, выиграйте бой 8 раз, опять же урон, опять 8 раз бой. Короче, есть, ребят, задания, и заданий дофига у нас, кстати, вау. Давай-ка мы начнем, наверное, так. Значит, выиграйте бой 5 раз бойцом Бо, Пайпер или Газ. Вот как раз вот за Бо мне нужно поиграть, ребят. Так, в нокауте, в нокаут пойти, может быть, в Роборубку. Давай попробуем в Роборубке. Я, честно говоря, не особо помню. Там, если мне память не изменяет, это будут на нас нападать роботы. И мы должны защитить наш вот этот сейф. По-моему, так. Давай смотреть. Да, я забыл, что роботы еще у нас тоже атакуют. Вторая волна. Подожди, я что-то не понял. Почему у нас урон наносит? Твою маковку, а? Ты посмотри. Мы все по разным сторонам пошли, и на нас тут уже напали, а? Робот, вали нафиг. Так, четвертая волна. Нам нужно, ребята, еще минут с небольшим продержаться. Большой робот приближается. Такс. Ну, его, наверное, лучше перехватывать. Насколько я помню, нельзя позволять ему, чтобы он подошел сюда к нам. Куда ты стреляешь, старый? Ну... Ах ты, зараза. Ты посмотри. На! Так, а он мелких роботов отправил. Все, ему хана. Бегай, 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 там, Юли. Мы тут позаботимся, надеюсь. Я пойду гляну с этой стороны. Ну да, 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 да. Он... Хорошо, что он, ребята. Так, 19, 18, 17. Немножко осталось, ребят. Немножечко. Меня шлепнули. А воскреситься мне. Мне нельзя, оказывается, здесь воскрешаться. Нет, можно. Фью. Нормально, 54%, ребят. Ну вот, уровень не пройден. Все, как мы любим. Так, играть снова я в Роборубку не хочу. Я ее прошел, потому что, ребят, надо было по заданию. А давай-ка мы посмотрим, что у нас еще тут есть. У нас чисто бойцом, но нет определенных локаций, да? Ну что, Бо, давай-ка мы с тобой сходим на испытание чемпиона до конца события. Испытание чемпиона, 0 побед из 15. А что это такое? Укрытие. Ребят, дайте-ка я гляну, что это такое, я не знаю. Таких событий, по-моему, еще не было у меня. Так, ну мы воюем с вражеской командой. Что, блин, за укрытие, пока ума не приложу. Все, я понял, ребят. Нафиг я туда сунулся, скажи ко мне на милость. Ёпрасоте. А, ну все, ребят, я понял. Тут набиваем эти. Он там сидит. Блин, шипы, как же я их не увидел-то?
Ну, мы проиграли здесь, потому что 7 из... Как? Сейчас еще кого-нибудь уничтожат у нас, и все. Да. 20 противников нужно уничтожить. Мне интересует больше, что нам будут давать за... А, поражение еще. Ну, тут, наверное, надо, друзья, скорее всего, командную битву, а не такую сумбурную. То есть должны общаться, где, куда, что, кого прикрывать, потому что так у нас ничего не получится. Это я тебе точно говорю. Да заглохни ты там, алайк-ти. Так, я вижу там Леон. А что этот тотем дает-то? Они все, короче, там спрятались, да? Так, там Шелли. О-о-о-о-о-о-о-о, Леон! Но это не паровоз. Да, есть. Грохнули мы его. Да что ты там радуешься-то? Да заглохни ты. Два Леона, ребят. Ну, будет он там на мины-то новые наступать, нет? Чертов Леон этот лезет, блин. Так, ребят, нам четверых, блин, уже заикаться стал. Есть. Какую-то он супер мощную атаку там сделал. Да-да-да, тут Леон пройдоха, ребят, оказывается. Втихушку лазил. Забрать. А-а-а. Так, 50 монет. Окей. Так, у меня здесь 3 билета, что ли, уже накопилось? Что-то сразу все понаполучал. Это у нас для Пока. Едем дальше, друзья мои. Едем дальше. Блин, может быть... Ну, мне надо за Бо. Что ты там показываешь мне? А, ну это все как и в... Воу-воу-воу. Тут и Броубол еще будет, блин. Как увидел Броубол, сразу мне поплохело что-то. Броубол. Ё-моё. Блин, Мортис еще. Черт бы тебя побрал. Да я же говорил, ребята, с этим Мор... Невозможно, блин. Уже 8 у нас смертей. Ну грохни ты этого, блин, Мортиса. Как-то ты не вовремя пришел. Так, опять Мортис. Так, привидение, постой, это как тусенок, блин. Мортис лезет, ребят. Ну, мы проигрываем, ребят. Да этот вообще там шахтер, что он делает тут тупорылый, блин? Блин, бесит меня, вот шахтер меня бесит, ребят. Я реально говорю, ребят. Кактус, куда ты лезешь? Ну... Придурки, блин. Просто придурки. Дебилы куски, блин.
Куда лезет, твою мать, блин? Мы стоим сзади все, он попер, блин. Долбоещер, а. Ну, ты за таких вот придурочных ты и проигрываешь. А как ты хотел, блин? Я же говорил, тут нужна собранная команда, а не какой-то тут вшивый, я не знаю, народ, блин. Это ее вообще... А, это... Что мне делает этот тотем? Надо будет прочитать, я не пойму. Ставлю его, а... Я думал, может быть, хиляет нас, но нет. Он не хиляет. Это кто? Это Мортис, что ли, такой? Или кто это? Что за клешня? А, нет, это Эдгар, ё-моё, по-моему, он. Не уверен, конечно, на 100%. Я сейчас попою там, блин. Певец хренов. Хлопнули, нет? Хлопнули, да. Ребята, еще 4, еще 4 фрага и все. Но! Сейчас еще сфейлимся, блин. Хренею. Короче, ребят, я возьму сюда, наверное... Последняя попытка. Я беру, короче, сюда не Бо, а... Где у меня? Вот этого парня. Опять же, за меня здесь... То есть от меня здесь мало чего зависит, ребят. Если сейчас здесь пойдут офигенные враги, то... А если эти еще и будут дурковать, то ты сам понимаешь. Ну, вон, смотри, кто тут у нас появился. Погнали. Будем пробовать. Под... Блин, подвела. Не подвела, а обманула. Ну, ё-моё, ну где вы, блин, остальные-то все? Ё-моё, ну один бегу туда, блин. Никому в помощь не придет. Никто, блин. Придурочный, блин. Эль Прима, блин, даже... Блин, выиграли. С ультой со своей здесь. Так, ну у нас идет, по крайней мере, выиграть 8 боев. Хотя бы так. Давай заберем. Эпик. Эпик. Это у нас Бонни и Клайд. Раздражает то, что ты один, блин, идешь. Ты же держишь эту Пайпер, да? На мушке, блин. Единственное, что она быстрее тебя убегает, блин. Погнали. Не знаю, что получится у нас. Хорош. Нормально, 7 на 7 пока идет. 10 на 7. Шикарно. Так, 14 на 10. Нормально. Идем дальше, ребят. Мне по приори приходится, ребят, туда влазить.
Так, оу, мы проигрываем, ребят. 14-15. Сейчас попробую через ульту сделать. Кусты, блин, нефти. Блин, мы и проиграли. Пипец, они вдвоем. Я шел, блин, специально их прижим. Смотри, я хотел и здесь прижать. Ну, тут кусты, да. И они с ними не могли справиться. Твоем. Короче, ребят, все зависит от команды. Если команда дерьма тебе попадет, то ничего хорошего у тебя не выйдет. Так, монеты. Супер редкий. Ну, это на Эдгара у нас кредиты пошли. Так, ну что, меняем все, ребят. Обделался я. Попыток больше нет. Ну почему я обделался? Обделались они вообще все, если честно. Вся команда, блин. Так, а мне надо за Бо, по-моему, да? Мне надо за Бо проходить. Если я не путаю ничего. Мы же вроде бы... Так, да? Три поединка за Бо. Никакой я не Бро-бол. А вот что это за зачистка такая? Ледяной парк. 5 на 5. 5 на 5? Я, наверное, нокаут возьму. Мне здесь быстрее, ребята, выбивать и набивать победы. Такой мелкий Один сидит. Так, Макс Эль Прима. Да-да-да, я знаю, Макс, что ты очень быстрая, шустрая. Отстрелял свое. Так. Есть. Минус один. Не идите туда, не ходите. Вон, примоча валите. Так, у нас тоже, ребята, одного щелкнули. Опа-на, Эль Прима-то где? Пипец. Этот Калич там бегал. Ну видел же, что я иду сюда, блин. Ну давай в ближнем бою, то у тебя хп. Че, он не может? Я думал, что он стреляет в ближнем бою. И че ты ждешь? Непонятно. Погнали. Че встали-то, блин? Опять стоят все, опять там стоят, бомжа гоняет, блин. Да уйди ты, не высовывайся ты туда. Блин, даже доби... Чё? Чё? Вы сейчас серьезно, блин? Да потому что пол игры, ребята, проспала эта идиотина. Так, вот он, Прима. Минус один. Так, у нас тоже минус один. Так, отойди оттуда. Так, мины есть. Хильнусь. Уйди, не суйся, не подставляйся. Так, отходим. Да ну не лезь ты туда. Ой, зона. Пипец, ну из-за зоны, ребят. Вдвоем тут, хрен ты с ними справишься, блин. И зона еще зажимала. Мне не убежать туда. Так,
И главное, на бомбы. На бомбы никто не наступил. Вообще, никтошеньки на бомбы не наступил. Погнали. Не пойду я туда. Так, я вижу там Рока-Пока. Засветился, блин. А кто там? Понятно, там Пэм была. Ну все, мы сдулись. Что мог сказать? Их там двое? А, двое? Серьезно? Слушай, он Брока убил. Осталось только Пэм. Такой разбрызгивает. А вон она, Пэм, засветилась. Ну да, у него преимущество есть, ребята, в том, что он через преграды перекидывает, блин, и это да. Но как мы сдулись быстро, моментально практически, это, конечно, паршиво, ребят, все было. Позорище, одним словом. Что-то мне не нравится вот это вот затишье, блин. Ага. Размозжил он там их всех вдалеке. Двигаемся дальше. Ну, понятно. Мне еще две победы нужно. Две. Там у них муха, да? Муха, динамайк и кэш. Ну понятно, сейчас динамайк начнет обстрел. Чертова бомба. Как он быстро бомбу-то свою накапливает? Ульту, блин, ну скажи мне на милость. А чё... Он даже не двинулся. Он даже не двинулся, друзья. Да. Ребят, не я лез к ним, они ко мне пошли туда. Я вообще хотел отдельно от них уйти. Они побежали со мной вместе, блин. Я в шоке. Бля, паровозник. Что опять с управлением? Что с кнопкой? Твою мать. А вот и паровоз, ребята. Ну! Пчелка, молодец. Так, пойду я этого, Пэм. Но я немножко в шоке, что Пэм завалила этого. Эти опять как стадо баранов все в одну точку идут, блин. Пэм взорвалась на моих этих. Вон она, смотри, стоит. Вот я закидываю сюда бомбу. Смотри. Ее взорвало к чертовой бабушке. Так, бот, ты получаешь один уровень. Нам нужно еще с тобой один раунд выиграть. Да, и один бой. Поехали, файт. Ну. Так. О, новенькая, ребята. Мелоди, да, ее звать, по-моему, Мелоди. Я не знаю, что это за боец. Я не видел еще, по крайней мере, ее в боях. Такс. Вот тут кто-то идет. Так, Пэм, уйди!
минус Покка. И остается там Мелоди. Вот как раз я и гля... не глянул. Пэм вперед бежит. Может быть, ей можно, конечно, у нее столько здоровья там. А он Покка. И Мелоди там прячется. Пэм просто напропалую бежит. Нафиг ты так делаешь-то? Кто-то на моих бомбочках взорвался, по ходу дела, да? Так, и остался Покка лишь. Ха-ха, Покка теперь... Покка прижучили. Нормально здесь. Так, у меня две награды сразу получается, да, сейчас будет? Угу, 200-500, то есть 700 в общей сложности. Угу, три билетика сразу хапаем. Супер редкий. Так, 100 монет. Так, 10 блинков, а, кристаллы. Опять супер редкий. 30 кредитов. Ну, допустим. Так, что у нас еще? За бой я отыграл. Дальше нам нужно с тобой так. Ранговый бой, опять ранговый. Динамайк, Шелли или Кольт. Динамайк, Шелли или Кольт. Давай попробуем за Динамайка. Не умею, конечно, за него играть, но надо же как-то тренироваться. Так, Динамайк. Где-то у нас. А вот он. Берри, Берри, Берри. Вот тебе и Берри, Берри, Берри. Стоит ли мне его прокачать, ребята, а? До 7-го, говоришь, да? Ну и что у нас тут? Динамайк бешено вращается, ускоряясь и разбрасывая вокруг себя динамит. Каждая... Ага. А это что? После активации следующая основная атака оглушает врагов на 1,5 секунды. Оглушает на 1,5 секунды. Наверное, я эту возьму. Посмотрим, как он там бешено вращается. И как он там разбрасывает свои бомбочки. Но это надо быть как сказать? Блин, там Эдгар. А, друзья мои, Эдгар, блин. Нита. Ну, прям вообще не айс. Вот так вот это выглядит. Все, я, ребята, увидел, посмотрел. Да, быстро тут разобрались. Ну, Динамайку здесь хорошо, ребят. За преградами бомбить. А он все равно туда, да, лезет? Ну, давай, лови ее. Лови эту пакость. Хоть бы одна бомба, ребята, ее задела. Хоть бы одна. Нет, ни одной. Она просто стояла и тупо на меня смотрела. Да, Динамайк. Слушай, а у нас тут нормально. Нормально так задание надавали. Опа, билетик. 1000 силы? Вау. 1000 силы, это хорошо. Друзья мои, сейчас мы еще получим звезду. Поехали. Не, Динамайк плюс, да, то, что он просто перекидывает вот эти вот через все преграды. А у нас Мелоди.
Кольта нету. А, мы все? Я думаю, что мой герой стоит, блин? Мы что-то всех расклепали. Короче, любят они здесь в кустах, я смотрю. Да твою налево, только бомбы разбросал. Фига там бомбочек он разбрасывает. Замечательно. Так, а вот и звезда. Эпик. Эпик. 100 кредитов. Спасибо большое. Мне нужно еще 600 кредитов. Мне надо еще 600 кредитов, друзья. Хочешь этого, не хочешь, а надо. Так, воронок. Этот шахтер у нас. Ворон! Готовы. Быстро что-то, быстро мы с ними тут разобрались. Да уж, let's go. А ворон опять стоит, тупит. И остался у них один, да, был один. Что-то тут вообще... Как вот нас разбирали на изи, сейчас мы разбираем врагов на изи. Так, победить врагов. Еще 5 врагов нужно и 2 победы сделать. Короче, любят они там в кустах в этих прятаться. Я уже эту фишку прочухал. Ой, блин, Эдгар. Вот Эдгар против меня вообще. Он меня вынесет на изи. Почему? Потому что, ребята, он в ближнем бою, а я бомблю издалека. Ага, засветился. Нормально. Неплохо. Так, у меня, ребят, сразу ульта созрела. Сразу минус один. Ну я уж тут в ближнем бою не могу. Давайте бомбить этого. Хи-хи. Вот хи-хи-хи. В кустах захотел отсидеться. Не тут-то было. Прекрасно. Динамайк, я тебя поздравляю, у тебя 6-й уровень. Как раз мы закончим твои 2 задания. То есть тыщенку получим сверху. Нормально. Тыщеночка будет у нас сверху. Ну, это 100% билет. Однозначно. Погнали. Так, бул. 2 була и я. Блин, ну вот теперь пробуй, Бул, против... Это что такое было сейчас? Минус Покка. Ну и остается последний. Бул, побежал, побежал, побежал за всех сил. Просто здесь на второго бочки с ультой вальнул. 7-й левел. 2 задания выполнил, как я и обещал, ребят. Ну что, динамайка можно, кстати, на 10 уровень прокачать, между прочим. 1 билет, я думал 2 дадут. Нет, 1. Звездочка. Супер редкий. 50 силы.
Окей. Так, что у нас там? 100 кредитов дальше намечается. 100 кредитов. И по квестам сейчас, ребят, гляну, что у нас здесь. Так, ранги. Опять же ранги. Но это уже... А, подожди, это Brawl Pass, куда я смотрю. Вот у нас ранг, ранг. Бас, Гриф или Покка. Рика, Пенни или Джейн. Давай, знаешь, как договоримся? Мы сейчас с тобой Динамайка прокачиваем до 10 уровня и потом доделаем остальные те задания. Справедливо? Я думаю, да. Так, опять Мелоди. Ой-ой-ой-ой-ой, паровоз. Это я не знаю, кто это такая. По скинам хрен определишь, кто это. Паровоз куда-то, ребята, убежал. Да. Не повезло паровозу. Мелоди... Я даже не успел, ребята, посмотреть, что Мелоди делает. Я знаю, что она сейчас спит. Ну, готов. Ну-ка посмотрим, что Мелоди делает. Так, вокруг нее... Вокруг нее кружатся вот эти вот ноты. И, насколько я могу понимать, эти ноты наносят урон. Как-то так. Пошли, Динамайк, пойдем. Я знаю, что веселишься, что радуешься. Но нам надо еще с тобой, блин, офигеть сколько для поднятия уровня. Опять Эдгар, 8-битка и бомбер. Я уж так, ребят, по-простецки, по-своему их называю. А чё Эдгар-то уснул? Он просто уснул, ребят. Так, минус Эдгар. Минус Бомберман, осталась 8-битка. Отлично. Чё-то как-то вообще по-простецки. Я говорю, а те ребята, которые были на задании, 100% они были с гарнитурой. У них все там слажено было, блин. Прям идеально, блин, сработали. Был бы Динамайк у меня прокачан до 12 уровня бы. Силы, я имею в виду. Может быть, и тоже было бы победа бы там. Так, у нас Эдгар, у них... У нас Эдгар Шелли. Эдгар Шелли. Точнее, не Шелли, а Эдгар Макс. Она одна осталась. Хорош. Допрыгался кузнечик. Так, Эдгар, ты тоже там не светись. Так, ребята, а у нас двоих уже подбили. Оп-оп-оп-оп-оп, бомбочка меня сейчас почти наказала, ребят. Ну я еще застрял там где-то. Вы-то как лохи, блин, подбились. Вы что, туда телепортнулись, идиоты, блин? Придурки. Ну да, Эдгард, дебила кусок, лезет туда. Ох, чую, сейчас погибну. Так, бомбер. Мне конец. Я один против них. Как вам такой, ребят, расклад? Да ну ё-моё, он меня зажал. Я ничего даже сделать не мог, блин. Эти кретины, просто кретины.
Смотри, придурочный, блин. Бежит, блин. На кого бежит? Он же ближник, блин, так же как-то бежит кривозадый, блин. Как дал бы в челюсть, блин, чтобы выдернул наизнанку, блин. Придурочный, блин. Бежит он за ним, блин. Калич, просто калич, ребят. У меня нет слов. Да иди ты, ты ж пискля, блин. Он опять там за свое, да? Мы ее подбили. Так, Бо, ребята. И Джин. Джина нет, остался Бо. Остался Бо. Он что, там невидимкой, что ли, стал? Или что? Или... Ни хренашечки не понял. Ну что, закидывать бомбу? Это он успел, да, все-таки на дорожку кидануть? Сюрприз такой. Где Джин? Че он-то? Не помогло ему. Вот нормальные ребята. Никуда не разбегаются, все друг друга прикрывают. Те же, блин, пошли в телепорт. Идиоты куска, блин. Слов нету, блин. Так, Динамайк, что у нас там получается? Восьмой уровень у тебя еще только. Только лишь восьмой уровень. Я думал, уже десятку заработали. Хрен там. Так, правильно, два раунда слили. Че ты хотел? Два раунда просто слили. Так, оу. У нас Барри алкаш. То есть мы два забрасывальщика, так скажем. Минус Барри вражеский. Опа! Что-то, ребята, я продинамил вспышку. Ну вот это вот, ну вот это вот, ребят, ну это рискованно вот так вот бежать. Ну ты же знаешь, что он... Ладно, я уже не буду ни хрена говорить. Нервы свои дороже, блин. У них Барри глючит. Ну что? Рика Пока. Все, нету больше Рика Пока этого. Есть. Девятый уровень взяли. Так, мы скоро, кстати, с тобой возьмем. Как он там называется-то? Я не знаю, там. Кубки? Так, кто клоун у нас? Блин, опять Эдгар здесь. И не только Эдгар, кстати, здесь. Здесь еще и... Управление бесит. Что с ним не так? Барри алкаш. Опа. Опа. Ты поможешь мне, может быть, а? Все, минус. Клоун, ты давай завязывай там дурковать. Ты же видел, что там он выпрыгнул из кустов. Этот хмырь опять стоит, сидит, спит, блин. Ты посмотри. Придурочный, блин, как... С ноги бы, с вертушки, как завернул бы ему. Вот серьезно говорю, блин. В таблище бы. Стыдно. Чмо, блин. Глючит интернет, иди домой, спи, ё-моё, а не играй, блин. Это хорошо тот парнишка, да, не растерялся, молодчага, блин. Сделал там все как надо. Ровно, блин, сыграл. Стоит, спит, блин. Опа. Ну куда, куда, куда? Да я даже на дорожку не успел, ребята, выплеснуть ему.
Опа, один на один. Интересно, и кто выиграет, 8-битка или Салли, или как ее там звать? Салли, сосали, блин. Да, он заряды. Так, раз, два, три. Вот, вот в этот момент надо было на него нападать. Твой пузырик не помог тебе, Салли. Где он там, гад? Есть. Хлопнули, блин. Так, еще что ли, блин? А, у нас первая на ничью шла, что ли? Так, минус один у них, минус один у нас. Давай, бомби! Али, ты видел, сколько у Али хп оставалось? У Али там тоньше волоска было здоровье, блин. Но он молодец, хотя бы не кинул, блин. Пошел отважно драться с этим, с Эль Прима. Молодец. Так, ну что, друзья мои, Динамайк у меня, как вы видите, получил 10 уровень. Что у нас тут за награда? Наверное, звездочка, как всегда, да? Ну да. Что тут может быть еще? Сверхредкая. 100 монет нам дали. Так, а у нас будет мифический рубеж на 5000 кубках. Мифический рубеж. Так, ладно. Ранг, ранг. Покка, Бас или Гриф. Пенни, Джеки. Или Рику. Ну, Рику можно в ранге, ребята, проиграть. На ранговом бое за Рика. Нам, значит, здесь нужно либо Пока, либо Грифа, либо База. А База — это маленький дракончик, да, вот этот вот. Баз. Ну что, давай за База тогда сыграем. База тоже нужно прокачивать. Где он у нас? Вот он, Баз. Чуть-чуть его качну, ребят, буквально капельку. Так, шестая. Блин, седьмую не хочу, ребят, ему ставить. Запасной поплывок. Мгновенно заряжает супер, однако при этом следующий бросок торпеды не сможет оглушить противников. В течение 12 секунд Бакс видит сквозь кусты в радиусе действия своего супера. Какого супера? Я не знаю, ребят. У него же вроде ближний бой. Какой супер? Так, Пока. Блин, я же ближний бой, ребята. Я же ближний бой. Я тут прикрою, если что. Вот тут вот где-то же. Да, он стоял все это время, выжидал чего-то, не пойму, чего он там ожидал. Наверное, море погоды. Или хотел как-то втихаря нас поймать, или что-то в этом роде. Не, ну Пока здесь не убежит. Пока тут не убежит, это бесполезно было. А этот-то что, они все какие-то глюкнутые, ребят. Я не знаю, что происходит с ними. Что у меня в команде глюканутые попадают, что у них глюканутые. Выиграть 5 раз. Погнали, Бас, погнали. Некогда тут рассусоливать. Причем он бегает с доской от серфинга. От водного, я имею в виду. Ну, водный серфинг. Это донатор, потому что значок имеет такой. А может быть, что-то прошло, хрен его знает. Пойдем. Нита, заткнись.
Минус бомбер. Ну! Догоню же, гада. Че, один на один, что ли, блин? Ну, хорошо. Это Джин, ребята, да? Ждем? Я не знаю, кто кого. Пойду я, наверное, выйду, ребят. Через кусты. Опа, вот он. Джинник засветился. Есть. В ближнем бою, да. Ушатали Джина. Нита, ну куда ты опять вот лезешь-то? Ну... Так, я вижу его. Спалился парень. Они-то просто в нагляк. Просто в нагляк лезла, прикинь. Зря. Так, нам еще 3 победы надо. Нам еще 3 победы. Так, а тут что за следующая награда? Мифические награды будут, да? Или что там, я уже не помню. А, новый рубеж, мифический. Да я просто получу мифическую звезду, да и все. Вот что надо, ребят. 6000 кубков. Набивай, говорит, руку. Как, ребят, я буду набивать руку? Если бы я в эту игру 24/7 бы играл, может быть, да. Руку я набил бы, а тут... Да и не в руке тут еще дело. Тут еще, ребят, в команде. Надо сложенная команда. Ну, опять идем как эти... Как бомжи, блин, все вместе. Так, я увидел. Попробуем. Слушай, но Бас в ближнем бою, ребята, он, наверное, даст фору Эль Прима по своей скорости атаки. И еще плюс то, что он может оглушать. Все, хана, да, там? Нет, ребят, там не хана. Не убежишь, робот, не убежишь. Ну, посмотри, как он четко бьет, ребята. Быстро. Просто наяривает. Что он там говорит? Новый день, новые приключения. Это я уже так, просто дуркую, ребят. Так, Роза. Ну, это не Роза, не Шиша. Илария. Так. Заткнись. Это как-то меня так сдуло. Ну да. Ну а какой, ребят, вообще без вариантов. Тюрють. Ну что ты со своим йо-йо балуешься-то? Вот Леону было мало в первый раз, да? Он решил во второй раз то же самое проверить, провернуть. Ну, окей. Слушай, 7 уровень уже. Слушай, он очень хорошо и быстро идет. Очень хорошо и быстро идет. Да в ближнем бою, да, конечно, его вряд ли кто-то сможет переплюнуть. Ну, я говорю, есть только Эль Прима. Ну, может быть, Эдгар еще, если он прыгнет, ребят, тогда да. Ну, это сугубо мое мнение, ребят, я не знаю, может быть... Опять же, все зависит от того, кто как играет, у кого руки, как говорится, нормально пришиты, блин. Это кто? Это же маленький шахтер, да? Она даже не била, просто прыгала.
Такое ощущение, что это маленький ребенок играл, если честно. Не в обиду, ребят, просто маленький ребенок. Поэтому тут как бы грешно смеяться. О, смотри, просто бегает, даже ничего не делает, ребят. Даже я остановился специально, чтобы, ну, просто глянуть. Она... Такое ощущение, что даже просто не умеет нажимать кнопку стрельбы. Так что здесь, как говорится, никакого этого не будет. Издевательства. Так, ну что, получим? Да, получаем свой билет. Еще 100 кредитов. Все ближе и ближе к нам, Эдгар. Все ближе и ближе. Так, друзья мои, следующие задания у нас идут, по-моему, ранговые. А если я мясорубку все пройду, я получу 100 опыта, да? Значит так, играем за Рика на ранговых боях, ребят. Нокаут, хорошо. Чтобы нам сделать с тобой сразу два задания и пройти... Ну? Ну, выбирай Шелли или чё ты, ёб просоте. Чё за задание у нас? Нокаут. Блин. Блинский блин. Эдгар, друзья мои, здесь. Или он сразу спать лег? Момента море называется. Что-что? Моментом в море. Опа, меня. Кто кого? Не, Шель, тут. Оу-оу-оу. Ничья. Пока. Погнали. Есть. Тут за нами победа. Эдгар хорошо прыгнул, ребята, и ульта сработала. Он просто в ульту залетел. Нам нужно здесь, блин, 8 поединков, ребята, выиграть. Ну, не выиграть, а отыграть. Блин. Ну ладно, фиг ли делать. Да ладно, два... Или это не Рока, по-моему, да? Не Рика, это же... Ё-моё, вот это мы набрали, блин, команду. Все стрелковые. По-моему. Аксель Тити. Я не знаю, что делает Аксель Тити. А, они сразу же по кустам, да? Вот Броку делать нечего, а? Так, стою. Вшивый бомбер. Да, конечно. Ну, Рэй, ну куда ты лезешь-то, ну? Как ты меня достал, а? Куда лезешь-то, придурочный, там... Ребят, нам еще одну победу надо просто. Есть. Я так понимаю, тот парнишка поработал, да, там? В кустике там где-то. Тю! Ну, молодец. А мы, считай, с тобой половину ранга набрали. Давай, не бубни. Давай нокаут. Блин, горячий взрыв. Горячая зона. А, это захват территорий.
Так, Дэрил. И Динамайк. Ну, в принципе, ребят, в принципе, неплохо. Погнали, теперь главное все это сделать, чтобы нормально все это было. Стоим. Вот это вот ненавижу, ребята. Вот это вот я ненавижу. Он еще осмелился сюда прийти. Ну бочку-то крутани, господи, блин. Так, это кто у нас там? Это Динамайк был, да? Бомбани, Динамайк, этого хмыря! Ну и что ты ушел? Хера там заваруха. Так, 94. Победа будет за нами или нет? Должна быть за нами, ребят. Есть. Красавчики. По красоте пошло все, ребят. Все, как мы любим. Альденте, одним словом. Альденте. Это блюдо, ребята, альденте. Ну ладно. Белиссимо. Ну, что там? Нокаут, живописный утес. Все, ребят. Это узкая расщелина, в которой мы должны с тобой... Блин, ну вот за эту, ребята, за Пайпер я не знаю, как играть. У нее сильный урон. Сильный урон, я не спорю. Но нужно попадать метко. Так, это... Насколько я помню, это Эдгар же, да? Только костюм. Костюм бомжа. Цветочный бомж. Точно это Эдгар? Понял у нее, что там, блин, оказывается? А сможешь ли ты вот эту кикимору выиграть? Вот что мне интересно знать. Смог, красавчик. Не помогла ее ссаная лужа, которую она там выпустила. Минус. Блин, и меня минусанули, прикинь. Эй, молодец. А вот теперь, ребят, смотрим. Либо Пайпер. Заодно и посмотрим, насколько хорошо умеет. Если взял Пайпер, играй за Пайпер. Красавчик, попал. Он потратил свою ульту. В надежде, в надежде попасть. Красава. Слушай, умеет играть? Че такое? А, мы с тобой перешли. Понял. На повышенный ранг. Коснись, чтобы открыть. 100 блинков, ребята. 720. А что там за следующую? А, мы же не кубки, мы же с тобой ранги. На кубках-то мы видим, что мифик. А сколько нужно здесь? 1000. Ё-моё. Ё-моё. Так, ранговый бой, новый сезон. Пим-пим.
погнали. О, нокаут. Но немножко другой, ребят. Это тебе не чистое поле. Так, муха, Пайпер, Рико. Ну, посмотрим. Так, туда нет смысла идти, там вода. Это муха, муха там может спокойно пойти. Блин. А, там можно перепрыгнуть, оказывается. Это кто у нас? Так, ладно, прижучиваем, короче. А, мы его грохнули же, я бегу, блин. Есть. Погнали. Блин, пойду я туда. Пайпер. Ну, насколько я понимаю, ребят, это Макс. Зачем ты это сделал? Опа, Эдгар. Есть. Эдгар погнался за мной. Ну и мои ребята дали ему леща по полной программе. И мы забираем билетик. О, мифик, и что? Спрей. Спрей меня как-то мало интересует, если честно. Броубол, блин, ну... Броубол, не хочу. Не хочу броубол. Ай, а надо. Подожди-ка, а мы же с тобой... Мы же отыграли за Рика, по-моему, да? Блин, ладно. Партийку сыграю. А хотя нам надо 8 раундов еще, друзья мои. То есть 3 раунда еще выиграть. Ну, не выиграть, поиграть, так скажем. Ну куда ты ведешь-то? Ну погнали, чё встал-то? Уже поздно, не надо гнать-то никуда. Розы. Но прижучивай. Я попал. Погнали, погнали, ребятушки. Эль Прима за нас, да? Да я даже не успел, ни хрена, даже пикнуть не успел. Там по красоте сделал. Погнали. Да вот хренушки тебе. Как, ребята, он делает суперудар этот, блин? Опять, блин. Давай! Есть! Да все, 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 все. Да второй гол на дорожку. Правильно.
Правильно, вот так вот этих щеглазадых надо, ребятушки. Молодцы, красавцы, команда The Best была. Отыграли прям четенько. Молодцы. Так, горячая зона, огненное кольцо. Ага, понял, понял. Деремся за это кольцо, короче. Там есть два круга, которых мы должны занимать. Есть одно, вот это у нас где? Один круг. Так, Эдгар. Слушай, 11-й, а почему он не прокачал себе тогда скилл последний на 11-й силе? Вопрос. Такая кукла. Это ж Пенни, по-моему, да? Погнали. Сейчас будет жесткая битва, сразу же начинается. Давай-давай, кэшбэк этого наказывай. Синяка бы этого наказать бы еще. Все, наказали синяка. Эдгар. Нормально, там Барри где-то, ребят, вон он. И кэшбэк. Блин. Да, шлепнули. Давай, давай. Эй, кэшбэк. Мы сейчас так сольемся, ребят. Нормально получилось. Блин. Зону-то держите, надо зону же держать тут. Бегу, бегу, бегу. На помощь к вам. Тут это ты, родная, я уж. Да вот хрен тебе, паршивец. Нормально их там растрепушил. А, кстати, турелька тоже стоит, ребята. Идет нам опыт за то, что турель стоит на зоне. Готово. А две ульты, видел, как прокатило? Чувак, 11 этих фрагов ушатал, прикинь. 11. Красавчик. Ну что, последний поединок, друзья мои. Последний поединок, Томар. Так, Пайпер этот. Это снеговик или это плевун? Не, блин, я же выбрал. А, вот. Блин, забыл нажать, сори. Ну что, я готов. Ребятушки, я готов. Нет, не снеговик, нифига. Я не знаю, кто это такой. Я не узнаю его. Слушай, запарил он уже, если честно. Мне придется подлечиться. Вы бы стояли, вы тоже подлечились бы, здоровье-то свое. Да, конечно. Придется опять отхиливаться. Ребят, контр слишком сильно. Забрасывают всяким дерьмом, как ты видишь. И ульту продинамил. 5-2. Да, тут Динамайк был бы вообще в тему, ребят. Просто забрасывают бомбами и все. Ничего не успеваешь сделать. Просто забросали бомбами и все. Вообще не можем солнце. Пайпер здесь вообще бесполезная была. Она даже ничего не делала. Поэтому был бы в команде Динамайк. В нашей бы команде. Или хотя бы Бухарик. Совсем по-другому было бы. Или хотя бы кто-то ближний бой. А там... Слушай, я же могу другого выбрать. Ать! Поздно уже.
Мне же не обязательно сейчас играть Рика. Мы Рика уже с тобой отыграли, поэтому можно было бы другого кого-то взять. Или Прима, например. Ну ладно, у нас, по-моему, последний бой. Сейчас мы посмотрим, кто у нас тут. Ну ты видишь, кто у нас тут. Слушай, заколебал уже этот хмырь. Грохнул все-таки меня, чмошник. Нет, ну это не железо, потому что видно сразу, что изначально-то играть не могла. Она тут не выживет. Просто тут надо валить тех, кто забрасывает бомбами. Вот, вот этот вот говноед, блин, забрасывает какими-то туалетными бумагами. Все, короче, понятно. Ну не получится у тебя, он они оба перебрасывают бомбами. Тут вообще вариантов ноль. Просто сверху накидывают тебе, набрасывают. Сейчас возьмем Эльприма. Для нокаута пойдет. Давай. Посмотрим. Нокаут, да? Нокаут. Да, конечно. А, у них тоже Эльприма. У них Пока. Блин. Мне выпендриваться-то нельзя здесь. Так, типа убежал, да? Готов, хмырь. Захотел тут со мной еще потягаться, хмыреныш болотный, а? Нормально. А ты говоришь, под метеоритный удар никто не попадает. Попадает еще как, ребята? Только шорох попадают. Ну что же, выиграли бой. И билетик. Сладкий бонус. 1000 монет, ребята. Сладкий бонус. Так, по-моему, по заданиям все на сегодня, да, друзья, если я не ошибаюсь. Ну, рыборубка. Подожди. А, это с Бравл... Подожди, а как тут с Бра... Подожди секундочку. А как тут, если с Бравл Пас, а я прошел одну из пяти? Это как это такое могло быть? Загадка. Так, друзья мои. Ну что, на сегодня, пожалуй, закончим. Вечерком, возможно, еще поиграем. Вот, а на сегодня все. Всем удачи и до новых скорых видосиков.